И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. Ваш Альберт Вескер, тут все подвигающий, с вами на связи. Но мы продолжаем прохождение Shadow of Tomb Raider, Lara Croft, Lara Berserk, расхитительница гробниц. И... да, меня здесь ждет очередная перестрелка. Признаюсь честно, я записываю сейчас спустя сутки, после того, как записывал целых 6 эпизодов подряд, то есть опять не смог выжать себе всю восьмерку. Но сейчас опять тоже буду записывать все подряд, потому что хочу разобраться, что как, с чем, как. Ну и в принципе записать все побольше, потому что чую, что впереди меня ждет очень много, наверное, дел, и до записи будет не до этого мне. Поэтому я одновременно еще и запишу Соника и все остальное. Я уже подготовился как раз к всему этому вопросу. Так что проблем быть не должно. Так, сейчас вспомню, что нам надо... а, точно, мы плыли по гребной реке Пираньи за белой блажью. Плот застрял. Как же открыть эти ворота? А, воду нельзя, может только туда, ладно. Сработало, еще не все. Ну, можно было наверх там пройтись, посмотреть. Плот застрял. Как же открыть эти ворота? А, там будет проход дополнительный, отлично. Ой-ой-ой-ой, мы в воде, Лара. Теперь плот может двигаться дальше. Я бы не стал бы так радоваться, особо, знаешь ли. Клинки. Ну почему все время клинки? Ну, традиционно для этой, видимо, культуры. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Лара-лара-лара-лара-рут. Давай. Есть. Так. Очередные ворота. Надо придумать, как их открыть. Вы заметили? Но они буквально пиранья подцепилась, заразная. Так, ладно. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, минуточку. Это не входило в план. Очередные ворота. Надо придумать, как их открыть. Так, подождите, Лара, давай. Тут вроде зацеп есть интересный. Очередные ворота. Ага, вижу. Надо придумать, как их открыть. Значит, и там было точно так же. Я не могу тут стоять, платформы тонут. Да, мы не можем, Лара. И там не можем тоже. А те уже, наверное, потонули окончательно, да? Вот видите, прицепились. Я сглупил. Надо было... Тут на скорость. Тут на реакцию. Опять ворота. Должны открываться так же, как и предыдущие. Очередные ворота. Надо придумать, как их открыть. Отлично. Я не могу тут стоять. Платформы тонут. Я знаю. Так.
Давай. Никаких рыбешек на нашей заднице быть не должно, Лару. Очередные ворота. Надо придумать, как их открыть. Очень вовремя. Надо спешить. Да, то рыбки там уже заждались. Нашел туловище. Кстати, дайте я посмотрю по карте. Ты есть ли... О, мы возвращаемся в исходную точку. Красота. Интересное испытание Амар там подготовил. Ну, хотя бы может теперь без пираний тут повозиться. Там, кстати, обратный путь было что-то связанное... Ну, там можно было что-то сломать. Так полагаю, это вот место, через которое потом пойдем. Здрасте. Здесь изображены воины, которые осмелились принять участие в испытании водой и огнем. А это... награда. Должно быть, это богоубийца. Вопрос. Нахрена Амару делать вот такую надпись, если он современные испытания сделал в древнем стиле? Поставил бы просто рекламный баннер. Типа, здрасте, вам-то надо. Вам сюда. Проблема решена. Тут, походу, будет обратный путь, тут чисто поверху. Потому что там, где можно было пройти, и там не пройдешь сейчас. Наконец-то. Богоубийца должен быть здесь. Да, богоубийца должен быть здесь. Хороший кадр. У меня еще клавиатурка сейчас заряжается. Сразу давайте поспускаемся. Нет, отсюда не увидишь. Нет, все в глубине. Хорошо, запрятал. Респект Амарычу. Но мы тут явно не одни. Да, пни, это точно поможет. Это закрывает, это открывает. Давай, залезаем. Надо придумать, как освободить. Вы посмотрите, она буквально к ней подцепилась. Ну как придумать? Легко. Вода уходит. Наверное, сработал защитный механизм. Ну конечно. И пора попрыгать, повеселиться. Здесь опасно. Надо держать ухо востро. Так. Отлично. Ой-ой-ой-ой, залезай. Ты не можешь просто нормально сесть? Зачем тебе вот это? В другую сторону как-то открывается или что? Ага, вижу, залезаем. А вторая-то как починилась? Мы же ее закрыли. Ладно. Идемте вниз.
Походу, таким путем я откачаю всю воду. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Сам учишься здесь с этими открывашками. Ну ладно, хоть соп слово есть. Что ж, погнали. Так, отлично. Пролезли. Ух. Ты же сколько он потратился-то? Ты давай перезаряди-ка мне тут все. Что-то блокирует механизм башни. Надо выяснить, что. А значит, мне нужно идти на нее. А учитывая, что я не допрыгну, там пираньи. Ну, конечно. Давай, давай, вперед, вперед, греби. В общем, план рабочий оказался. А, можно было так? А я тут думаю, на крышку надо прыгать. О. Не подобраться. То есть не подобраться? Вот только сейчас подбирались. Давай, ломай тут все. Есть, осталось забраться наверх. На всякий случай так вот проверят, ну мало ли. Или это крутится штука. А, все, мне теперь чисто залезать. Ну и хорошо. Не-н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 е, обратно. Вот это уже по-нашему. Кстати, вот такой механизм мне знаком. Помните, в Tomb Raider Underworld было что-то похожее? Вот как раз-таки вспоминаем старенькое. Так. Мне все равно кажется, что здесь будут виндиго эти. Местные. О, хотя, может, и не будет. И божественный дар. Находите больше золота, обыскивая врагов. Серьезно? Ну ладно. Надо узнать, из-за чего идет бой. А, это не он был. Получилось. О, лук. А ты, должно быть, богоубийца. Ну, в принципе, логично, из лука-то убили. Фоточки делаю.
Красивый лук. Тяжелый. Слушайте, может не отдавать, может просто перестрелять из него всех. Но все равно, как говорится, двоих за раз можем захватить. Сначала пробьем тех, что рядом с нашим товарищем, потом тех, кто ближе к нему подойдут. Захватить успеем. Ну, теоретически, в крайнем случае, сохранение используем. Да, он, конечно, будет воскрешаться постоянно. Мучиться, но... Чем бы нет? Лук нашли, готово. После почему-то прихода к стоматологу, мне почему-то зуб, вот этот, который, где у меня еще третья дырка, разболелся. Ой. Ой, да уж. Ладно, как говорится, все потихонечку, все впереди. Сейчас вот записываю, потом еще Сонику записать надо будет. Потом сейчас финансы там пересчитать, все, запасы, все потихонечку. Кстати, ребят, если есть желание поддержать как-то канал, то буду рад всем на наших донейшн трансляциях заходить. На наших трансляциях там донейшн будет. Буду рад, даже 10 рублям нормально будет. Этого у нас, по-моему, там сутки уже где-то из-за разницы курса валюты. Ну, в любом случае, буду очень признателен. Так, что там у нас? Давай, Лара, серьезно. А, кстати, я полагаю, что пока вот мы сейчас с вами ждем. Ну-ка, я хотел сказать про комментарии в самом начале я вставляю, а ты тут сразу. Ой, такой еще... А, мы вылезли, да? То есть даже не надо с собаками возиться? Ой, как хорошо. Ну, плывем. Стоп. Это надо взять. Помните, как мы открывали здесь все с жимаром? Я помню. Яда только мало. Надо побольше ядовитых покупать. Нет места. Ничего не могу взять. Да ладно, кончилось уже, что ли? Вот я очень не люблю вот эти вот скриптовые переходы. Можно же было сделать, ну, как вот у них было с коридором. Еще как-то более терпимо. Вот скриптовые переходы такие, я их очень не люблю. Ладно, идемте отдадим им лук. Так, концентрат. Привет, рыбки. Фу, ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну и где они? А. Ну вот тоже, помните, я говорил, тут щель была. Замурованная. Вот эти коридоры, их легко видишь, но они все закрытые. Причем, ладно, там двери бы были, там дверей даже нету. Ну, идиот. Нет бы, ждал бы, и все нормально было бы. Прям по яйцам. Могу всех облутать? Или не каждого могу? Нет, не каждого. Будем просто... Это куль-куль-куль-куль-кулькан, ребят. Можно. Сделано на всякий случай. Если вдруг что-то пойдет не так...
Куда они ушли? А, они в ту ушли в пещеру. Так, осмотрюсь на всякий случай. Мало ли, может, что интересное есть. Нет, нету. О, стоп, там путь наверх был еще? Ну куда тебе гляну-ка. Да, реально, путь наверх есть. То есть здесь обход... Может, было по-тихому? Да ладно. У нас Лара только не так давно берсерком было. Переживет. Так, две могилы. Прорваться к мосту. О. Нет, это приберегу. Вот с этим пока похожу. Ничего нет. Кстати, спину они нас боятся. А ну иди сюда! С Хитманом вам не сравнится. А у нас Лара Хитман стопроцентный. Просто взяла и их всех сносит. А что они, кстати, такой с копом? Сейчас с тем разберусь. Отлично! Ой, привет! А ну иди сюда! О, все, уходим. Они ко мне залезли. Ну ладно, я хотел проберечь это для Винтига. Доставай ружье, мое любимое. Давай, 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 давай. Так, где эти товарищи? Есть желающие еще? Так, последний внизу, и еще один сюда идет. Последний, иди сюда. О, привет! Вот и все. И проблема решена. Так, осмотреть внимательно каждый труп. Это много чего перестрелял. Так. Ну тут, кстати, реально золота дается очень много. Это мне нравится. С золотом проблем не будет. Так. Я не вижу смысла им сохранить хоть что-то. Так, пистолеты у нас кончились, да? А, обычные патроны я не сделал, надо их докупать. Вот беда. Ну ладно. Хотя, в принципе, может со стрел поработать. Мне галлюциногенов не хватает.
Так, а это что за проход такой? А, это если по-тихому ходить. Ясно, все с вами. Принято, идем дальше. Ну, а я только хотел. Ага, вот так. Они идут. Облутай. Черт. Хороший кадр. Наши же наши расстреляли. Хороший кадр вышел. Они идут. Черт! Хакан! Давай! Так. Сука, хороший кадр. Так, я обязан ее сейчас подключить. Где-то у меня, зараза-то. Где достать? Иди сюда. Где этот провод? Сразу пока подгружается. Так, вот. Проверим. Давай-давай, вот. Надо немножко разгладить. Ну, слишком много хороших кадров, а мне неудобно тянуться к клавиатуре. Вот-вот. Давай-давай-давай. Так, ну ладно, разгладится сейчас потихонечку. Так, я шину разглаживаю у клавиатурки. Она сейчас сама пока выровняется, сама тоже, со временем. Ладно, идемте. Они идут. Черт! Хакан! Давай! Да! Так, давай. Пока! Ой, такой хороший кадр упустил. Так, ты помирать тут не смей. Рубленная рана, это плохо. Прости. Зачем ты мне солгал? Потому что я стыжусь правды. Какой? Что нет никакого тайного укрытия сектантов? Да. Что ты просто хотел достать богоубийцу и убить Амару? Да. За то, что я сделал. Это я убил свою жену. Но он вынудил меня. Она хотела нас выдать, не думая о будущем дочери. Я любил Аци. Но она стала рабом секты. Ладно. И ты убил ее. Все правильно. Освободил. И сейчас мы снова будем вместе. Далеко от его влияния. А Кайера? Как же твоя дочь, Хакан? Вот именно. Все улажено. Часка ее не бросит. Она вырастет ее сильной и доброй. Лучше меня. Ты слышал? Я знал. Много лет я ненавидел его за это. Но сестра была больна. Она знала, что секта отравила ее, но не могла уйти от них. Мне... Мне очень жаль, Арон. Покойся в мире. Она ждет тебя. Спасибо, Лара. За все, что ты сделала для моей семьи. Возьми. Вдруг тебе представится шанс. Еще один лук, потому что богоубийца все еще у нас должен быть. Хотя вроде это тот же сам богоубийца. О! Все, заработал когда-то. Теперь не надо терпеть.
Чешуя дракона, легенда. Получено новое снаряжение. И видите, опять закрыто. И очко науку зато. Очко науков дали, это хорошо. Задание выполнено, две могилы. Я могу понять его поступок в отношении жены. Та еще тварина была, казалось. И фраза, что это она не виновата, ей мозги промыли, ни хрена. Каждый решает сам свою судьбу. Не надо ссылаться здесь на секту. Она ее побоялась, вот и решила подсосать, чтобы найти себе лучшее гнездышко. Вот и все. У каждого есть выбор. Вопрос в том, насколько ты силен, чтобы принимать правильные решения и неправильные. Но это другой вопрос. Но это не отменяет того факта, что необходимо жить по правильным установкам. Как бы это больно ни было бы. Правильно с точки зрения личной морали. А если ты плюешь на собственную мораль, то это должен быть очень весомый повод, а не какой-то жалкий страх, а какой-то жалкой секты. Так, давайте сначала посмотрим, что это за лук все-таки был. Так, бога-убийца. Змеиный укус. У нас, по-моему, был обыкновенный змеиный укус. Давайте бога-убийцу возьмем. Ничем не отличается. Серебряный удар. У него время удержания хорошее. Урон скорострельности сквозь изготовки чуть пониже. Усиленные бесшумные стрелы могут пробить броню или пронзить несколько непробиваемых целей одновременно. Вот это давайте-ка возьмем. Да, удар чуть пониже будет, но зато время удержания подольше. Это то, что мне сейчас нужно. А, да. Так, стоп, минуточку пока. Мы пока не идем еще туда. Надо сначала убедиться, что здесь у нас все нормально. Сейчас все быстро проскипаем. Смотрим. Скипнулось? Да, все. Так, у нас 3 очка навыков. Прекрасно. Давай еще телефон. Не тут. Так, давайте смотреть, что у нас там есть. Яд Аспида. Изготавливайте химические гранаты. Граната убивает ближайших врагов и перекрывает линию. Нет. Хлопок Боа. Глушающую шрапнель. Оглушающая шрапнель и сигнальный патрон. Соседи опять начали шуметь сверху. Рубили все на полную. Надеюсь, вы не слышите. Хотя учитывая, что даже я сквозь беру вот амбрашюры, фонтейн соната слышу, а у них очень хорошая изоляция. Несмотря на то, что они мне, конечно, произносились, но за эти годы, что мы с вами когда вместе приобретали. Здесь уже даже я слышу, наверное, и до вас доходит. Хотя у микрофон шум подавления. Но я посмотрю, надеюсь, он будет без лишних шумов. Так, что у нас тут еще? Оглушающая шрапнель и сигнальные патроны имеют большой оглушающий эффект. Ну, эффект так себе, а тут эффект снадобья концентрации усилен, большая длительность эффекта при прицеливании. Вот это, кстати, интересно. Сердце Егора 3. Стоимость навыка 3. А дает выносливость длится дольше. Давайте вот его пусть возьмем. Так, теперь давайте посмотрим, что у нас с вами еще есть по заданиям мелким в этой зоне. Тут мы задание взяли, там мы задание взяли, сдали. Ну, тут, в принципе, да. То есть, давайте это возвращаться на Святую Землю. Костумель, только сейчас глянем вот здесь. Ничего нет. О! А, это забранный артефакт. Это когда мы лазали, спасали в шахты. Бля, они что, громче, что ли, сделали? Бля, реально. Нет, иди. Так, давайте тогда мы сейчас сделаем телепорт обратно в Святую Церковь. Здесь будет монтажечек, конечно же. Пойду орать на этих тварей. Нет, ну реально, я понимаю, если у вас там был праздник, а врубить чисто новостную повесточку какую-то свою. Сучара недоделанная. Пойдем как раз-таки
Да, в базовый лагерь перейдем. Давайте туда. Пока идет переход, пойду немножко пару. Расскажу вам результат через 5 секунд. Итак, мы вернулись. Наорал сейчас. Ну, реально, выпишивал очень сильно. О, здрасте. Из святого Хуана. Святой Иоанн умер последним среди всех апостолов, и он был единственным, кто не покончил с собой или не стал мучеником. Он автор 5 книг Нового Завета и покровитель теологов и ученых. Он прожил долгую жизнь, и поэтому у него было несколько учеников, которые продолжили распространять его учение после его смерти. Они создали религиозную традицию, которая сохраняется и по сей день. Насколько я помню, я, конечно, не теолог, ребят, но если память не изменяет, Кирилл и Мефодий как раз-таки от Иоанна шли, если что. Могу ошибаться, если среди нас есть все-таки теологи, именно теологи, а не шизофреники религиозные, то добро пожаловать в комментарии. О, прям красота, здесь очень много чего, артефактиков-то есть много. И тут тоже много чего. Прекрасно, зачистили, сразу впереди много чего вкусненького ждет нас. А это... Ресочка, красота. Это если что, мы в склепе сейчас находимся, продолжаем его изучать. Был переход, поэтому я решил им воспользоваться. Уже давно ходят слухи о том, что рядом с миссией святого Иоанна водятся, если их можно так назвать, чудовища. Mm-hmm. Местные отказываются о них говорить. Если упомянуть о них, люди мрачнеют и прячутся в своих домах. Но я верю. Как только мы крестим местное население, они поймут, что эти чудовища всего лишь суеверия, тени, которые исчезнут в свете Господа. Посмотри, что у меня есть на продажу. Ты где попадала? Я тебя искал по всему Пайтити, а ты сюда прошла. Чем я могу тебе помочь? Ты как сюда добралась-то? Мы на машине сюда ехали. Пугающие стрелы. Покупаю полный комплект. Забирай. Отлично. Забирай. Полностью не беру, если найдем жука, будет шикарно. А так здесь все есть, что мне нужно. Ну, в принципе, продавать пока мне мало что надо. Даже с древком проблем нету. Вот это надо дать. Отлично. Так, это черный порох. Было бы что изготавливать. Вот это давайте продадим все. Забирай. Приходи, если нужно будет что-то еще. Ой, я рад, что ты вообще здесь оказался. Я уже куда-то подевалась. А она тут себе сидит. Здрасте. Гет нашли. О! Приветушки. Все в одном месте прям валяется. Как удобно. О, это мне далеко тащиться придется-то. Слушайте, такими темпами сейчас вот сюда чисто выйду. К заброшенным складам. Да, у меня все сразу помечено. Но это все внизу находится. Видимо, вниз не спускаться надо будет. Ну-ка, давай-ка залезай-ка. Давай-ка идем спокойненько. Так. А, я уже глубоко. А тут не так сильно глубоко оказался. О, столько. О, костерчик, здрасте.
О, да, документик. Это два легендарных дерева, которые дополняют друг друга. Дерево Чечем выделяет ядовитое вещество, а сок дерева Чака может нейтрализовать этот яд до того, как он вызовет сильные ожоги. Самое удивительное — то, что эти деревья всегда растут рядом друг с другом. Согласно легенде, два брата принца-воина сразились друг с другом из-за женщины и умерли, обнявшись. Они умоляли богов простить их, и боги даровали им прощение. Кинич, добрый брат, возродился в виде полезного дерева Чака, а исполненный ненависти Тизик стал ядовитым деревом Чечем. Бороди. Хватит портить жизнь мужикам и мужчинам. То слишком много что-то легенд, где оба страдают только именно из-за женщин. Так, глядишь, сексистом скоро станешь. Так, в общем, артефакты где-то рядом должны быть. Я слышал Виндиго, и они здесь. Так, а этот там должен быть. Это не к добру. Да, берем дробаш. Так, идемте аккуратненько. Он где-то рядом. Тут один только пока что, я его наблюдаю. Они знают, что я здесь. Надеюсь, мне не придется отстреливаться в этом пространстве. Так, ладно, спускаемся, Лара. Этот газ горючий. Прекрасно. Фу, давай, залезай. Пахнет тухлыми яйцами. Ну, что ты хотела? Так, вот это пока возьмем. Так. Я вот это приберегу. И здесь что? Они будут потом нападать друг на друга, если толпы побегут. Мне проще будет. Я что, получается, сейчас ближе к этому документу буду? Наверное, да. Нужно разрушить эту преграду. Тебя волнует преграда, а меня волнует, что здесь Виндиго где-то кашляет. Мало ли у него, не знаю, там, какая-нибудь летучая мышь съел, может, как китаец. Сейчас болеет новой версии короны. Отходим. Так. Спокойно, Лорат.
Так, смотрим. По ближайшим расположениям и точкам, где мы. Так, этот все еще далеко. Да, он впереди еще будет. Ну, погнали. Так, а этот у нас... Должен был зацепиться. Там брусочек был. Немножко странно, ну ладно. Сколько мы с вами уже записываем? О! 11 минут записываем. Ну, я имею в виду с момента паузы. Ладно, ребят, давайте пока на этом с вами сейчас закончим. Впереди нас ждет еще запись. Перейдет эпизод, буду записывать несколько эпизодов подряд. Так что, ребят, всем спасибо, кто сегодня смотрел нас. Кто попадал в комментарии, ребят, у вас всегда есть шанс. Можете писать на стриме, можете писать в комментариях к этому эпизоду. Если кто пишет комментарии под эпизодами по Лара Крофт, они в приоритете. Ну, это понятно, само собой, естественно. Ну, а с вами был Вескар, я был Тачинг. До скорой встречи, всем пока, удачи. Увидимся.